Спонсор этого выпуска – сайт goappcash.com, где, устанавливая новое приложение, вы можете зарабатывать деньги, моментальные выплаты. Подробности и ссылка на сайт в описании ролика. Бде-бде. Чё, как, зрители? Это Гагатуна. Долгожданное обновление с ограблениями для GTA Online вышло. Наконец-то вышло. Но, наверное, мы пока что вначале не будем грабить сразу же банки или заниматься чем-то подобным. А эту серию я посмотрю, что они добавили, потому что это обновление на 4,5 гигабайта, поэтому мне интересно, что они добавили, кроме, собственно, самих ограблений, потому что Своти сейчас на лекции, Ричард делает, что обычно делает Ричард, поэтому я обычно, когда каждое обновление выходит, я смотрю, что же нового появилось, что же изменилось, и так как обновление это серьезное, я решил, что, возможно, эту серию мы займемся именно этим, пока, собственно, мы тут одни. Так, и нас заспавнили почему-то сразу же не в нашем доме. Хотя у меня в настройках стоит... Что-то пошло не так? У меня в настройках стоит вроде спавнить меня в моем доме, да. Поэтому, наверное, это уже что-то значит. Ой, смотрите, ограбление сразу же меня куда-то пригласил, какой-то чувак. Какой-то немного интерфейс изменился. Ну, давайте начнем с чего. Обычно я смотрю, что за новое оружие добавили, поэтому давайте пойдем посмотрим оружие. Или, может, сейчас что-то... Почему нас не заспавнили в доме? Наверное, в этом есть какая-то причина, что не просто так нас не заспавнили дома. Так, посмотрим, добавили какое-то новое оружие, потому что по трейлерам вроде выглядело, что добавили что-то такое. Я видел, в трейлерах была машина с пулеметом, поэтому, наверное, ее тоже стоит будет посмотреть где-то здесь. Но, говорю, пока мы просто посмотрим, что тут происходит. Ну, и надо, наверное, в дом зайти. Наверное, что-то в этом есть. Наверное, что-то случилось уже. Так, оружие новое есть. Окей. Фаерган, сигнальная ракета. Ракетная установка, это старая. Ну, ладно, у меня денег вроде дохуя, я платиновый. Хотя красная вроде даже позабавнее смотрится. Ладно, я платиновую куплю, чтобы по пафосу. Никто не знал, что у меня за оружие такое. Где она у меня находится? Здесь? Нет, она, похоже, находится в ракетах. Нет, так, где она? В пистолетах? Ладно, она в пистолетах находится. Вот, слушайте, тогда и можно из машины стрелять. А давайте по-быстрому проверим, как она... Может ли она что-то взорвать? Реально, это ракета сигнальная. Вот. Вау, окей. Ну, я его почти моментально шел. Вот тут даже дождик идет, он все равно сгорел. Так, а ее перезаряжать. Я пытался ее перезарядить, но ее не надо перезаряжать, потому что он сразу же ее перезаряжает. Так, давайте по машине пойдем. Нет, от машины она просто отскакивает. Ну ладно, это нихуя, он по трупу проехал. Ладно, давайте тогда окей. Первое мы посмотрели. Новое оружие, ракетница добавилась пока что. Я, наверное, даже останусь в этом магазине. Окей, Лестер звонит. Look, we need to talk. I've got a proposition that might be mutually advantageous. Come to my warehouse off the freeway. We'll discuss it. Ну, видите, нам сразу же начинает... О, у нас задание Лестера, как задание Лестера, что ли, появится? На карте прям реально задание Лестера появилось. Видите, короче, какие-то изменения все-таки произошли. Прям как будто сюжет, говорю, сюжет перенесли наконец-то в GTA. Так, ладно, давайте, я хотел еще посмотреть, какие новые машины есть. Есть ли новые, можно ли купить новую военную машину с пулеметом. Так, чего-то нет, кажется, да? Там танк, это все старое. То есть, да, танк старый. Я не хипстер, часть... А, вот это с пулеметом? Она в этой с пулеметом? Что-то я не вижу на ней. Где пулемет? Лодочки. Ничего нового в лодочках нету. И... Так. И дешевая машина. О! Вот тут нихуя себе. Какой-то новый мотоцикл. Он выглядит как Санчес какой-то. Динка. Окей. Это что, какая-то бронированная херь, смотрите, какая-то. Насколько? На 6 человек. Эти можно заменить мой другую мою машину, которая у меня есть. Тут, наверное, в багажник люди могут садиться. Лейпит Гардиан. Окей. Ну, что-то они добавили. Вот это вообще машина крутая. Надо будет потом посмотреть, какой гараж мне поставить, купить. Но это, наверное, во второй части, когда я уже ограбления какие-то со всеми буду проводить.
Мы купим эту машину, прокастомазим ее как следует. Я оказываю услуги бандам грабителей. Окей, ну Лестер у нас прямо очень рядом на карте, поэтому давайте к нему заедем, посмотрим, что он нам предлагает. Так, как музычку поставить, чтобы не так скучно было. А, это прям то же самое место, где и все же эти, когда ты ограбление проводишь. Абсолютно в том же месте находится. Он, наверное, нам сейчас брифинг какой-то проведет, типа, пацан, я тут банду собираю, чтобы грабить всех. Вон, у меня есть другие грабители, но ты мне поможешь сейчас. Yes, come in. Привет, братуха. Good to see you again. Я тоже тебя приятно видеть. Yeah, I've never been good at small talk. I don't have many friends. I do sometimes meet people online and arrange to meet them out in the real world, and then I go there, but I just hide. Я прячусь где-то и слежу за ним. Что-то мне не нравится-то. You are experiencing 1% of what I felt my entire childhood when I spoke to a girl. Wow. I've never told anyone that before. Я не умею. Да, я-то ничего говорить не могу, поэтому ты давай. Да, я жаловался. Я был готов еще год назад, на самом деле. Just maybe you are. Наконец-то мне нашлась работа. I mean, are you interested? Because if you are, I have a few things coming down the wire soonish. If you want, I'll contact you. But don't let me down on this. Я постараюсь тебя не подвести, Лестер. My neck on the line, and I like my neck. It's my best feature. Aside from my sparkling conversation. Да, я заметил, Лестер, я заметил. Ну окей, Лестер нам как бы намекает на то, что теперь у нас будут ограбления, видимо. Так, но мы все еще не знаем, что у нас происходит дома, почему нас не заспавнили дома, поэтому надо, наверное, приехать домой и посмотреть, что там происходит. Лестер, свяжется с вами по поводу дела. Так. Наверное, куда мы можем посмотреть еще? Я не думаю, что у нас есть новая одежда, наверное, есть наверняка. Давайте посмотрим новую одежду и поедем заодно домой, потому что обычно одежда рядом с домом находится. Смотри, какая красивая GTA. Я вот какое-то время не играл, зашел, вспомнил, что GTA все-таки, блин, сколько GTA хороша. Насколько она Next Gen все-таки. То есть, она изначально была... Просто выпустили какой-то кривой порт на консоли, и теперь на высшего, более-менее Next Gen. Хотя на PC, конечно, вообще есть. Если бы они добавили в мультиплеер то, что у них было как бы в этом. Что-то чувак так пробежал, как будто я убить хочу. Он идет, он тоже одежду хочет посмотреть. Я смотрю, у нее костюмы. Одежда, костюм... Че, новая какая-то? Теперь черный костюм появился. Ну, мне нравится пока что мой костюм, который у меня есть. Спецодежда. Комбинезончики просто. Оу, окей. Это серьезно. Ой, даже больше. Это типа, чтобы как вы одеты были на задание как банда. Ученый. Забавно смотрится на меня. Когда у нее титьки так выпирают из этого костюма. Так, что из обычной одежды у нас добавилось? Очки есть какие-нибудь новые? Очков новых нет. Аксессуары, галстуки. Так, галстуки я не могу одеть, перчатки. О! Можно просто перчатки одевать. Не обязательно с костюмом каким-то, можно просто одевать перчатки, когда ты хочешь. Это круто. Она что-то убирает у меня составная часть тела, нет вроде? Какие бы мне перчаточки поставить? Ну, это будет смотреться странно. Наверное, последние, которые были. Вот эти. Черные. Черные. Я куплю все эти перчатки! Все, я куплю перчатки! Так, окей, поставим эти. Галстуки я не могу купить. Я теперь смотрю, как Ника, помните, как когда GTA 4 была? Там на артах Ника везде был с этими перчатками, а потом их из игры удалили. И такие, куда делись перчатки? Куда они делись? Я как бы не был одним из них. Но по перчаткам я немного все равно... А, вот тебе какой-то новый смокинги какие-то добавились. Так, ну давайте все просто скупим. Наверное, с этим смокингом я теперь смогу одеть и этот... у меня теперь какая-то новая рубашка, по-моему, это... Воу. Фраг. Нихера себе. Да, я буду наслаждаться этой одеждой.
по мере своих возможностей. Я все купил? Да, у меня фраг приковал, но он, наверное, не будет физичным, он просто как фраг. Фраг был? Я чуть не помню. До этого не было фрага. Ну, куда он взялся? Опс, там еще рубашки были разные. Интересно, могу ли я галстук теперь одеть? Оранжевый. А есть красный? Почему тут нету красного? Ну, тут нету красного? Реально, тут нету красного галстука? Are you fucking joking? Ну ладно, давайте черный возьмем. Фраг, он выглядит как-то... Она как будто жирный, кажется, в нем. Давайте поменяем одежду. О, новые курточки еще добавились. Это, кстати, клево смотрится. О, кожаная куртка! Куртка байкера! А вообще офигеть! Наконец-то нормальная одежда! Слушайте, нормальную одежду в игру добавили. Как долго я ждал вообще хоть что-то, чтобы было нормальное. Какая-то нормальная одежда. Вот это вообще круто. Я как Тринити смотрю теперь. Жилеты, вау. Это для каких-то пацанов нужно уже, наверное. Че, это все? Блин, мне понравилась вот эта куртка. Я реально как Тринити теперь могу ходить. Ну, одежда они дохуя добавили уже, могу сказать. Скейтерская одежда, черные кеды. Они, главное, всего добавили, типа, все стало идти в черном, они как Бэтмен, типа. А идет ли это в черном? Теперь идет в черном. Ух, опять мне Ластер стал звонить. Что? А, теперь мне нужно домой пойти. Перейдите в оперативный пункт вашей квартиры, чтобы начать Окей, вот видите, я говорю по этому видео, нам в квартиру, нас не заспавнили в квартире. Сейчас мы тогда досмотрим одежду и пойдем туда, узнаем, что там. Или что, я не могу больше... Окей, я думаю, что вдруг я одежду уже не могу смотреть. Так. Сразу заиграл. Так. Я как агент считать ярит. О, шлемы. О, видите, говорю, теперь крутые черные шлема появились. Понтовые. Главное, в очках даже в них сидит. Чё это с глянцем? А чем этот? А, то он весь глянцевый будет. Теперь у нас будет крутой шлем. Главное, а штанов новых нет. Как это ни странно. А, нет, это опять топа. Как я опять... Я думал, что... Обувь. Где штаны? Пацаны. Херон. Hey, how's it going? Give me a call sometime if you need some work. Чё-то все стали докапываться ко мне со своей работы. Я хочу одежду. О, наконец, брюки от костюма новые. Какое-то говно, а не брюки. Так. Может, они наконец-то добавили сраные чулки? И как-то эти сейчас брюки, они проходят сквозь. Просто что у меня есть. Так, окей, юбки. Новые юбки. Они, главное, они, видите, они сделали их больше по телу. Как бы они более такие. Не как вот обычные, где они там... Грабление низ. И какие серьезные штаны. Ладно, леггинсы вернем. Но... Чулки, все-таки чулочки-то не вернули, не дали мне чулочки. Я вот хотел на День Святого Валентина получить чулочки, но нихуя мне не дали их. Ничего я не получил. Может быть, они как-то отдельно там. Юбки, леггинсы. Нет, нифига нет их. Обидно как-то, обидно. Кстати, еще я пока тут ходил, оказывается, тут теперь можно делать так, я не знаю, давно ли это было, но можно спокойно менять одежду фактически на лету, если ты ее сохранил, можно раз, типа, костюм первый, костюм второй, так между ними менять и, ну, то есть, не знаю, мне кажется, вроде это так хорошо не работало до этого. И еще одна из вещей, тут появились ежедневные задания, у тебя есть какое-то задание, которое ты должен выполнить, убить 20 человек, принять тестостерон, блюшарк. Пул-шарк, выживание пройти и прочее. Поэтому, не знаю,
А, наверное, это должно разнообразить игру немного. О, вау, вау. Кто-то заминировал мою странную машину. А нахуя кому-то минировать мою странную машину? Сейчас я войду в пассивный режим, он же не должен меня убить. Так, ладно. Эти люди в GTA. На моем-то машине никакого нет уже. Ничего. Ну ладно, давайте тогда теперь пойдем, посмотрим, что у нас в квартире. Так, я думаю, что я теперь могу отключить пассивный режим. Теперь будет отключаться какое-то время. Нет, а какая квартира мне нравится больше? Мне нравится та квартира, которая выглядит как собственно, Накатоми Плаза из Крепкого Орешка. Я сам того не знаю, купил себе квартиру в Накатоми Плаза, я не помню, я говорил ли про это уже или нет. Моя третья квартира находится в Накатоми Плаза. Вот она! Вот она, Накатоми-то моё! Так, ладно. Мне кажется, это квартира даже из этого гаража, поэтому мы можем сюда заехать. Так. Мне придется, наверное, продать какую-то, вот, вроде вот эту машину. Или в другом гараже продать машину. Какую-то из этих машин мне придется продать ради новой машины. Но у меня есть во втором гараже такой большой-большой грузовик. Наверное, я его продам. Посмотрим, что у нас дома теперь происходит. Какая-то, по-моему, другая даже анимация. Она так медленно заходит. Но мне нравится, что теперь можно так одежду круто менять. Они вот все-таки, они все довели до ума. Но удивление все равно Rockstar. Они вот именно всегда работают почти в нужном направлении сразу. Окей, у меня тут ничего не происходит. Окей. Это комната для подготовки к ограблению. Пока что тут нихуя нету. Че, мне просто начинать ограбление свои делать в одиночестве? Тут ничего больше нету. Ну давайте посмотрим, что произойдет, если мы начнем ограбление. Эй, заходи в дверь. Ну-ка, пацаны, приезжайте, я тут ограбление начинаю. Она пошла просто сидеть телевизор так и смотреть. Что было сегодня ограбить? А, окей. Ограбление, разве это просто типа тренировочное ограбление будет? Сложность... Сложно, легко, нормально. Сложно, давайте сложно просто. А загруженный вид камеры нету. Запас купим, брони купим. Угу, я думаю, что сложно, наверное, будет не так уж сложно. Кто-нибудь из моей банды сейчас играет? Ох, да хуя людей сейчас играет из моей банды. Но кто-то, наверное, зайдет тогда. Русгеймер Про. А почему только его пригласило как-то? Игра, мне нужно больше людей. Это приглашение тогда, давай херач. Надо больше приглашать, чем... А, нет, вот кого-то еще. Кто-то еще ваш. 246. Я надеюсь, что он не застрет ничего здесь. Это потому что обычно тролли 246 уровня появляются. Мне, наверное, придется создавать... Ох, какая у него маска. А, я, кстати, маски не смотрел. Надо будет еще маски пойти посмотреть. Там же ограбление-то суть в том, чтобы масок кучу еще наделать. И что у нас сейчас происходит? Запуск сессии. О, он ко мне в квартиру пришел. Ну, слушайте, да, ну круто. Мне вот прям вообще нравится. Все как это сделано. А, это Лестер пришел. Ну все в черном теперь одеты. Nothing like a bourgeois bank robber to remind me of how strange Los Santos has become. In my day, the Santos at least had the dignity to be psychotic.
Nowadays it's all about, Да он выглядит как психопат. Посмотрите на этого чувака, как он выглядит. Выглядит как настоящий психопат. This is it. Well, it's not it, but it's something very big. It's not quite ready yet, but I wanted to see how you're doing. What I've got is a Felisa Bank franchise. And it's nothing too complicated. There's no buy-in. Now, normally there would be a buy-in. You would put in money up front. Вначале мы платим деньги, чтобы делать ограбление. This time I'll cover the upfront costs. Call it the Ну это, короче, настоящий туториал. There's no risk to you. Unless, of course, you count getting locked up or shot. So, you ready? Никакого риска за счет того, что вы рискуете своими жопами. Да нет, наверное. What are you waiting for? Let's go see this place. Поехали. Пойдем грабить, чтобы там не грабили. У меня где-то в квартире именно оружие, какие-то вещи лежат. Вроде этого раньше не было. Я только сейчас это понял, что этого же вроде раньше не было в моей комнате. Тут, может, по мере того, как ты закупаешься, может, тебе нужно еще и прокачивать собственное убежище, как бы в каждой квартире, что ты можешь держать и так далее. Кинулась. О, подключилась. А у него такая еще дополнительная маска. Так, где моя машина? А, мы машина с Эстером. Давайте. Get in. Еще мотоцикл есть. А куда мы едем? Take us to the Felisa on Western Highway. А, мы будем сейчас разведку проводить, как все же эти игры. Right now, so don't let the cops notice you. Ну это круто. Us, we call it off. Нельзя, чтобы копы нас заметили. So, my taciturn friends, I suppose you want to know how we're doing this. Well, funny you should ask. We're driving out to the bank, taking a look at it, picking up some equipment, and then heading back to make our plans. Not very complex at all. We're Ничего not going сложно. In, we're not poking it with a stick. We're just sitting back and taking a look. You see, I like my scores like I like my dates. Across the street and unaware they're being watched. Чувак, ну так не встречается с девушкой. All right, so why this bank over all the other banks in the state? Why does fortune favor this one? Another good question. You're full of good questions. You're like a child whose parents think it's clever, or for the IRS. Well, this bank's got some safety deposit boxes, and in one of those safety deposit boxes are some bonds being hidden from the tax man that no one's gonna report missing. All starting to make sense. Да. Security should be light, well, relatively light. Light if your daydreams are raids on the Union Depository. Quite heavy if your day job is turning over liquor stores and gas stations. And the bonds in the box will be worth more than a few rumpled notes from a till, so the minor escalation is worth it, if you can handle it. Plus, you know, the sea view, nothing like staring at the ocean while you contemplate money and power and incarceration and homicide, you know, all those weighty issues surrounding your first foray into serious armed robbery. I'm assuming you're kind of a cerebral crew, because да. Otherwise this whole... Я очень мозговит, я прошел игру уже почти трижды. There it is. Take a look. Drink it in. I've patched into their security feed on my cell. Take a look. О, круто, у него охраны вообще никакой. Это изи-пизи лемон сквизи будет. Especially about the deposit boxes. Customers will probably be thinking how to turn this into a screenplay. The boxes are in the back behind the safe door. Все вроде как просто. 167. Yeah, it's right on the highway with good access. That works for you. You can get out quick, but it'll also work for the cops. Speed up their response time. Okay? Да, мы что, в другой банк пойдем смотреть? We've seen what we're gonna see. Let's go to the garment factory. Now, when you hit the bank, you're gonna need to hack into its security system. I've written a neat little program that'll do most of the work for you, but it's probably a good idea for you to familiarize yourselves with it. You, in the passenger seat. I've sent it to your phone. Take it for a dry run. О, видите, они уже разделяют задания, что второй игрок будет свое задание как бы выполнять, а я свое задание буду выполнять. Мне нравится еще, что у меня так тирания перчатки, я могу смотреть на них от первого лица. Рада куртка выглядит как-то странно, да? Какая-то она вся размытая. Здесь на PC не будет таких размытостей. Некоторые чуваки вот сейчас ботают, видите, они пытаются как бы кого-то обогнать. Какие-то они резкие, мне прям страшно к ним подъезжать иногда.
Реально, Лестер недавно взять свою машину, но, видимо, он такой, ты не приехал на машине, у которой есть 4 места, поэтому извини. Возьмем мою машину. I'm calling Paige. She's my assistant. First she's gonna get us what we need, then she's gonna saw me in half. Никто не смеется. Didn't like that one? You don't make it easy. Ничего не улучшаете. Paige, it's Lester. The place looked good. Nothing we weren't expecting. Can you get the intel together? Hard copies to go on a notice board. Yeah, plus all the equipment we spoke about. I'll be over to collect it with those people. Yeah. С этими людьми. Он, главное, наших имен же не знает. И прочее, то есть мы как стандартный персонаж. Он такой, эй, я с этими чуваками. Они будут грабить для меня тут. А я надеюсь, что они будут больше и больше ограблений теперь добавлять каждые там 3 месяца. Например. Нужно маски купить. Okay. And hey, there's the added bonus of none of your favorite comic convention outfits being linked to a major crime. Whoop-de-doo. Alright, where were we? Ah, Matt. Hey, запалю лицо, we'll go over there, или мне на маску обязательно. I can talk you through the planning board later. That might be helped by a visual aid. The rest is pretty self-explanatory. Listen to me, do what I say. Bullets go in here, come out there. And if you're ever caught, you keep your mouth shut. I couldn't resist. There she is. We leave my car это here Paige? And take the truck. А была ли Пейдж раньше? Я что-то не помню. I should be using my cane. Hey. Perfect. Теперь мы ее будем возить. Замечательно. Come on, back to your place. В мою квартиру. Ну, чуваки, вы, конечно, это ограбление не сделали проще. Но, видимо, эти долгие как бы переезды и прочее для того, чтобы у нас нам сюжет впаривал, ну, про то, что, мол, все эти разговоры и так далее. Guns, headsets, одежда, hold all the masks, the drill, the files with all the photos and surveillance work. Hey, то есть она нам и маски даже сразу даст. Real suspicious. Nice little conspiracy to commit robbery charge waiting to happen. What, they're gonna charge us with thought crime? Not so much thought as everything but the deed crime. We'd be caught with our pants down and a hard-on out to here. Well, we're not getting caught. These are professionals. Да, еще как. The cheapest professionals money can buy. I like to think of it as investing in new talent. Ну, наверное, нам не дадут особо много заработать, так как это туториал, то есть... She didn't mean anything by that, by the way. She's just a little brusque. If they were offended, they would have said something. Да, мы не можем говорить, извините. Мы все не мы. Мы самые дешевые грабители, мы все не мы. Как хорошо с нами работать, да? Приезжаем в наше Накатоми Плаза. У меня, кстати, есть же такая машина, по-моему. Это машина на 8 мест, вообще. Кажется. Подойдите, задание пройдено! Золото! Платина! За что я платину получу, я не знаю, конечно. Но... Платина! О, даже опыт дали. Я, по-моему, почти должен был получить сейчас... Я уже должен был получить 90 уровень. Okay. Now, Paige, we'll set up a board for you. Но это реально выглядит как сюжет в мультиплеере. I mean, I didn't see any milk crates for you to stand on. Че она его троллит постоянно? The most important thing to look for in an employee is уважение, вот именно. Anything done without respect. Where was I? Oh, yes, the room. Paige is setting up this board. Сейчас она напишет, что мы делаем и так далее. Set out all the prep work you need to do. Select your. Второй чувак так выглядит смешно, такой тип. Чё тут? Вот это у неё почерк. Crew to take a score. Да, нам нужна банда. One person can be in charge. Respect. Надеюсь, меня хоть кто-то уважает в моей банде, поэтому мы все проведем по-нормальному. All right, it's for me.
You're only gonna need one thing for this job. It's a high-speed armored car. Now, instead of getting one legitimately and leaving a nice long paper trail to your front door, you're gonna be jacking one from a будем воровать машину корейской банды. This is good to go. Hey, here's your board. Good, good, good. And when you're ready to move on the car, go over it. Study the plan. Tick it off the list. You must be methodical. This isn't just a dumb crime. А сколько нам интересно дадут за это задание? And when you've got the car, we'll come back here and talk bank jobs. Ограбление банка. Ну, нам нужно тупо тачку сейчас достать пока что. Разведку мы провели. А чё у меня? Чтобы подвести игровой, вы должны увести свою долю. И? Как мне внести ее? Что? Да, но я даже не знаю, я что-то делаю, потому что у меня ничего сейчас не происходит. Они просто мне сейчас пишут текст, и я должен на нее смотреть. Я понял, Окей. В этом разе находится ваша экипировка, оружие, одежда, которую вы будете использовать на этапе подготовки ограбления во время финальной операции. То есть нужно разную одежду покупать или что? Я, наверное, буду выбирать как лидер, какую одежду мы будем одевать и так далее, или как? В завершении игры все улики будут уничтожены. В роли лидера у вас есть возможность выбирать игроков для ограбления. Помните, если команда не сработалась, то всегда можно изменить ее состав. А, можно выкинуть даже человека. Интересно, можно ли менять долю во время игры? Такой, ты ничего не делал, поэтому твоя доля уменьшилась. Выберите следующее подготовительное задание. Начать задание. Давайте начнем задание. И чувак, который был со мной, не вышел, потому что я читал туториал эти. Так, он вошел. Ну, давайте опять сложно поставим. Облик, общий выбор, банда. У лидера полный контроль. Нет, общий выбор. У игроков полный контроль над костюмами. Ну, какой смысл нам особо... как бы... менять что-то, если у нас обычная одежда. Я думаю, что обычная одежда подойдет. Этот чувак, он пока нам не мешал. What the fuck? Окей. Это очень странная одежда. Мне нужно больше тогда одежды, что ли, купить? Это какая-то лажа. Окей. Просто в пакете на башке такой граблю. Это что-то лента просто. Просто в ленте. Боже мой. Это из-за ленты. Да ей потом снимать, и она все... Окей, ладно. Я пакет возьму. Мне понравился изначальный пакет. Какой-то был смешной пакет. Please kill me. О, свинья. Окей. Какой был первый пакет? Я уже что-то не могу найти. А он готов. Help me. Help me, help me. Окей. Я, кажется, пропустил опять. Но мне понравился тот, который... Вот с этой рожи, да. Опс. Шпана. А давайте такой пакет монстра. Свой транспорт. Шестергон. Выбить транспорт, с которым вы начнете дело. Массакра. Джейстер. Давайте джейстер. Так странно у меня... А, вот это как раз гангстерская походка у нее такая ебанутая. А, он уже купил ту машину. Ну ладно. Так, угоните. Жизни команды ноль. Я уже приехал. Я одел маску. Вроде я одел маску.
Or you go up the south ramps, get in position, and try to get the drop on them from cover. Я не знаю, просто за чуваком еду. Ладно, просто замочим. Как это, разве это может быть сложно? Давайте, ладно, я с другой рампы приеду, посмотрю, что будет происходить на другой рампе. Окей. А, на мне уже маска. Направление для камеры. Нажмите дважды, чтобы указать направление для камеры. Чё? Какое направление? А чё я делаю сейчас? Я даже не знаю, что я сейчас делаю, но... Я хочу посмотреть, как их... Самое ебанутое ограбление на свете. Так. Кала! Ой, то есть ямка. Я закупился, пацаны. Я их немного подсветил сигнальными ракетами просто. Какую машину? Вот эту машину нам нужно ограбить. Украсть. Так, поехали. Тут есть трамплинчик? Ну, какая понтовая машина, кстати. А тут нельзя вылететь? Блин, я думаю, что можно выпрыгнуть отсюда. Ладно, поехали, просто поехали. Я думаю, что от первого лица я бы, наверное, водил даже хуже. Это выход? Это точнее не выход. А где выезд? Что-то я никак не могу найти. А, вот он. Так, нужно поставить финиш, а то если нас сейчас полиция загребет, у нас потеряется точка. Ох, нихуя себе. Че, я... А я могу стрелять? О, я могу... А, нет, это бессмысленно. А, могу стрелять. Да идет вообще. Какие, тут вообще ни хера не видно так. Ну что, настолько крутая машина? Да я не раздолбаю твою машину, успокойся. Все хорошо, мы уехали, по-моему. Тут чисто по прямой нужно было ехать. Ну это было круто, мне понравилось. Никто меня не узнал в этом пакете. Мне нужно будет теперь больше одежды купить. Мне кажется, потому что что-то у меня вообще совсем мало одежды было сейчас. Задание. Ой, тут, кстати, новая менюшка появилась. Почему я получаю платину? Из-за того, что я начал это задание? Из-за чего я получаю платину сейчас? И мы типа реально хорошо справились так. Никто не справлялся до вас с этим заданием. Так хорошо. Окей. Что у нас теперь? Все. Сейчас ограбление будем финальное проводить. Это кто такой? Почему меня от моего чувака отконнектило? Тяжелая снайперская винтовка теперь. Что-то все теперь на этих машинах гоняют. Вообще все. То есть меня сейчас никто не взорвет, подарок. Да, Лестер, ограбление. Я не знаю, почему ты меня вообще куда-то выкинул.
Я готов грабить. Готов. Я готов грабить уже все. Заголовок игрока Хирес Тосида назначено 3000. Тосида. Тух. Тух. А че, вот я могу тут одежду... Окей, к финальной стадии просто приступим сейчас. Машина у нас есть, все у нас есть. Чем бы нет. О, она с свинцом теперь стоит. Так, сложность опять сложно поставим. С подобранных в стиле игрока. Покажите... А в стиле игрока это что? Ну, из подобранных. Выбор стиля лидера. Масок лидера. Еще выбор лидера. Ну ладно, я не знаю. Я не знаю, что из этого я хочу держать под контролем, а что нет. Что я боюсь что-то испортить. Люди не захотят со мной играть. Так, ну давайте пригласим... Чувак со мной играл, почему его выкинуло? Я хочу его пригласить обратно, раз уж он со мной играл. Или он вышел? Вот Джела. Давай уж допройдем, может, туториал этот. Вместе, что ли? Все, я такой... О, пришло время финальной части ограбления. Я допью свое вино. Или не допью. А, you're first time. You know, the first times, well, it's never easy. There won't exactly be fireworks, you know? It'll be vaguely awkward. Лестер вообще какой-то странный в этом мультиплеере стал. You'll finish too early, and you won't be able to make eye contact afterwards. But new worlds will open up. Something will have changed, you know? New opportunities, new risks. And that's when you'll remember that old Uncle Lester was here for you, holding your hand, you know, guiding you through it. And then you'll feel a little creeped out, but you're gonna repress it. Зашить это в зародыш. We'll never talk about it, okay? Okay? 143 000 мы можем получить на двоих. Lisa, woo! It's a two-man score, right? Да, я понял, что уже дело на двоих. Один за рулем, один отвлекает внимание. Да, чувак, я все понял. Safety deposit box. Then you get out of there, you get in that fast armored car, and you get the hell out of that place. Then once you're clean, once you got no heat on you, come see me, give me the box, and you get paid. Хорошо, все okay. Понял. You know, like I said, it is your first time, so don't expect too much. There are, wild, insane, mind-blowing orgies in your future. Orgies. Орги. Все-таки отходят немного. Орги. А начинать надо с малого. Good luck. Ладно, я верю в то, что Rockstar заготовили там орги, раз они так настроены. Это доска планирования. А тактические задачи бойца также посмотреть статистику. Ну, моя статистика почему-то говно. Даже, по-моему, у Ричарда статистика лучше, хотя вот там, наверное, 30 уровня или какого. У меня еще вождение куда-то делось почему-то. Это диаграмме показано. Но это все ничего не значит. Вождение, не вождение. Я, правда, много летаю, может, из-за этого мое вождение упало. Так, я буду бурильщиком, а он будет водителем. Мне кажется... Может, ему даже лучше... Ну ладно, вообще-то я, наверное, смогу отстреляться уж от пары идиотов. Соотношение убийств смертей 1:2 у меня. Сколько, интересно, у него? Здесь я могу посмотреть задачу выбранного игрока, если уже ему дана роль. Так. Отправляйтесь в цех Лестера, садитесь... Так, войдите в здание банка, идите в банковской ячейке. Так, вначале нам нужно доехать, взять машину, потом просто взять деньги и все. Понятно. Так. Так, вот я хочу посмотреть его статистику. Как посмотреть ее? Посмотреть карту игрока.
Опс, это не то, по-моему. Что-то он не то стал смотреть. Он реально... Реально игрока как профиль будет его смотреть. Нет, я не это хотел смотреть. Так, я хочу статистику посмотреть. Уровень с 1,5 у него. Сила много, полет, все дохуя. Психика нормальная. Что удивительно, кстати. Обычно у таких людей не особо нормальная психика. Так, начало через 4 минуты. Так, я хочу поменять долю. Как поменять долю? Статистика. Нет, я... Вот. Я хочу все по-честному сделать. Так, продолжить. Да блин, эх. Продолжить. Так. Скрытный бизнес. А можно как другой менеджер? Ну, как бы грабим банк. Чего не одеться по-нормальному? Надо пусирает какой-то, ёпта. Красочный. Ладно, давайте устроим пусирает. Почему нет? Нет, как другой одежды, нормальный. Ремонтники просто приезжают такие. Ремонтники, пускай. Франклин. Ладно, я хочу... Я же бурильщиком буду. Чего нет? Разноцветный просто. Раста приходит их и грабит. Честра, массакра. Что еще можно взять? Идите. Приста. А, это все же мои машины. Санчес. Давайте на массакра поедем. Котов. Ну что, первое ограбление. Все должно пройти без сучка, без задоринки. Она выглядит как мужик. Она так ходит. Потенциальная доля 71 тысяча. У него, кстати, такая же машина, как у меня сейчас. Или почти такая же. Блин, какой же крипи, какой же странный просто Лестер стал. Мне кажется, он такое дерьмо не говорил перед Майклом. Ограбим банк. Мы ограбим банк. Ограбим банк. Или я сейчас закручусь и потом ограблю банк. Не знаю, почему у меня как-то немного странно машина стала гонять, или? Я что-то даже вылез из машины такой, эй, что происходит здесь? Так, будем надеяться, что мы кучу денег получим все-таки за это. Будем надеяться, что я не провалю первое ограбление. Ау. А он водитель же, я забыл. Ты водитель теперь. Я буду смотреть от первого лица, чтобы проникнуться по сыру. О, боже, что? Змейку играем. Я же зайду. Я взломал. Что, одна из трех? Вы что, охуели? О боже. О, ёпта. Now, it's just not, is it? I should have made a death threat or like at least a mutilation threat so that
Да ёпта, я нажал! Блин, эти тормознутые взломы. Окей. Если такой фигни будет больше здесь, то я расстроюсь. Ебать, вы охуели, что ли? Что это за хуйня? Это же сложно. Окей, а там... Я надеюсь, если... Ой, блядь, серьезно. Там еще одна фигня. Да, я пытаюсь выполнить эту хуйню. Просто у кого-то тормознутое управление. Он очень долго меняет. Я нажимаю кнопку, но это происходит через... секунду, наверное, где-то. Может быть, у меня, конечно, уже оборудование, то есть, как то, что, чем я записываю, подлагивает. Потому что Авермедиа любит у меня подлагивать таким вот образом. Еще одна хуйня осталась. Окей. Блять, какой же ты медленный. Если бы я знал, что в этом будет заключаться моя работа, я бы ее не выбрал. Я реально, наверное, должен процент больше в оси оставить. Ебать, я нажал! Я нажал! Сука тупая! Ай, блядь! Ебаная хуйня! Я чуть перезапустил... то, о чем я записываю, поэтому я должен сейчас лучше нажимать своевременно. Сука, все! Ебанутая хуйня. Че это такое? Я справился с... Все, отправляйтесь в банк. Окей. Ну, отдельная программка появилась. Сейчас дверь просто откроется. Окей. Это клево. Время мне немного вас поремонтировать, ребята. Так. Че не круто? Все круто! Быстро на землю, сука! Так. Так, банковская ячейка. Какой там номер? Время бурить! Время пейдея! Охуеть! Нажимайте и используйте... Я не знаю, где она там перегревается. Окей, отпустите, чтобы... Но это все как-то медленно. Я не знаю, что я делаю не так, поэтому... У меня есть Используйте РТ, чтобы контролировать мощность бур. Используйте досверление, при слишком... Она сразу же почти перегревается. Моментально. Это, наверное, из-за того, что сложность, может быть. Почему ее нельзя как-то отогревать? Вот смотри, как она долго... Или я, может, слишком интенсивно давлю? А, я понял. Нужно очень нужно нежно нажимать. Thank you.
Я чувствую себя соседом. А первое ограбление, пацаны, извините, я не знаю, как сердить. Санки. Слава богу. Я не знаю, что ячейки так сильно охраняют. Одну ячейку полчаса сверлил. В Payday это даже было проще. Зато мы реально устроили ограбление. Я могу какое-нибудь другое оружие взять? А, давайте бронебойным ставить. Хотите ко мне вылезти? Как он интересно все равно. Может мне ему не мешать? Ему нужно уйти от полиции или все-таки? Окей. А у меня есть... Что-то у меня нету гранаты, смотрю. Почему-то. То есть в выборе оружия у меня нету гранаты. Нихуя себе! Нихуя себе его! Я вообще... Расположите машину под каркабоб. А, вон там каркабоб. Окей. А, это как раз тот самый новый каркабоб. Но мы им не можем управлять. Это какой-то... Чувак с криптовой им управляет. Оп, оп, оп! Пока, неудачники. Magnets, bitch! Все, улетели мы. Йо-йо, мистер Вайт! Magnets, bitch! И все, улетели на магнитах мы. Да у меня все волосы дыбом стали после этой поездки. Че там, бриллианты? Или что, или порнуха какая-то особенная? Но я явно не получу платину за это, потому что я просто не знал, как сверлить даже правильно. Я знаю, что это было неплохо. Если было плохо, мы бы умерли и ничего не получили. О, он получил платину в этот раз. Получил лишь золото. Потенциальная добыча 143, чистый доход. 140. Ну, мы все и получили. Так, я получил свои 50%. Элитное испытание завершено меньше, чем за... Я не выполнил. О, мы получили бессмертие за это. Элитное испытание не выполнено. Ну, бывает. Мой первый раз, извините. Бонус за первый раз. Бонус за первый раз тоже дали. За 100 тысяч дали. Бонус на. Неплохо, 170 тысяч. Ну и опыта дают до хера. По крайней мере, когда ты в первый раз играешь. Ну, это были ограбления, короче, GTA Online. А, еще есть, по-моему, 3 ограбления полноценных. Поэтому не забывайте прийти на канал. То есть продолжайте приходить на канал. Если вы тут впервые, то не забывайте подписаться на этот канал. Оставляйте комментарии, ставить палец вверх. И также рекомендуйте его друзьям, потому что я всегда рад вам подписчикам. А пока что на этом, наверное, все. Мы увидимся в следующем ограблении, когда я уже не буду играть один. Но мне это ограбление понравилось. Ну, то есть оно было таким вступительным, интересным. И, наверное, в следующих ограблениях снова будут опять эти взломы. Мне не понравился взлом. Когда я понял, как сверлить дрелью, мне это понравилось чуть больше. То есть, ну да, как бы ничего особо сложного нету, но ты реально чувствуешь, как будто что-то сверлишь, какие-то замки эти. Но это интересно. Но мне понравилась подготовительная часть, на самом деле, даже больше, чем само ограбление. То есть, само ограбление достаточно простое было. О! И как в каких-то, как в фильмах этих, как в неудержимых, такие в баре потом сидим. Это круто. Это круто. Интересно, какие другие ограбления, какой вот именно уровень-то ты. Потому что первое ограбление, оно именно какое-то сюжетное такое все. Неуязвимый. А мне дали кучу наград, доступ к транспорту.
Карим Курума. Кучу всего появилось. Так. Я знаю, что... А, нет, они мне сразу на банковский счет, что ли, перелили эти деньги? Прикольно. Чтобы меня не ограбили, видимо. Ладно, да, на этом все. Большое спасибо всем, кто пришел посмотреть. И увидимся в следующем ограблении. Пока! Я покажу чуваку, типа, который с нами был. Я покажу ему, что... Так, нужно отдать ему честь. Блин, вот так подойду к нему такой. Чувак, ты был... Хотя это странно, конечно, с моей стороны, но я такой... Вот тебе. Спасибо, чувак, спасибо. Да. Он такой, да, вот так вот все было круто.